Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Супер Игрушки. У нас сегодня вместе с вами замечательная распаковка новинки от фирмы Симба. Это дракончики. Дракончики Сафирос. Вот такие классные, яркие, красочные упаковки. Вот здесь представлены коллекции дракончиков. В этой коллекции есть дракончики воды, огня, просто драки, драконы воздуха и драконы земли. Вот такая замечательная большая коллекция этих драконов. Это достаточно редкие сюрпризы, их очень сложно найти. Я вот из 4 магазинов нашел всего 4 пакетика. Но для вас я постарался, и сейчас мы будем их открывать и рассматривать эти замечательные сюрпризы. Так, начинаем с нетерпением открывать. Вот здесь вот у пакетика должна быть насечка. Вот так вот ее открываем. Очень удобно сделано. И давайте рассматривать, что же здесь есть внутри, помимо самого дракона. Ух ты, какая карточка, вкладыш. Все, вроде больше ничего нет, только дракончик. Давайте сначала посмотрим на вкладыш вообще, что это за коллекция такая. Вот так вот выглядит вкладыш. Ух ты, смотрите, сколько здесь много драконов. Вот они все драконы, по 4 клана идут. И один, я так понял, редкий драки. Вот это класс. И вот здесь вот есть истории. Давайте я вам их вот так поближе поднесу, а вы уже почитаете на паузе. Какие драконы воздуха, драконы земли истории, драконы воды и драконы огня. Останавливайте и читайте на паузе, кому интересно. Еще вот здесь, смотрите, какая история классная, есть терракона. Это, скорее всего, домик дракончиков. И также здесь есть история вот этой терраконы. Не знаю, будет вам видно, нет. Ну, вот так вот я вам сделал, а вы на паузе почитайте. Класс! В общем, коллекция здоровская, вкладыш большой. Ну и, конечно же, вот здесь еще идет такой стикер. Сафирос, фишка, класс, карточка. И нам попалась Несси, вот она. Сейчас проверим, кстати, Несси там или нет. Да, это Несси. Ух ты, смотрите, какие здоровские, классные игрушечки. Очень классные, действительно красивые, качественные. Резиновые крылышки у них. Вот так вот они гнутся, игрушки все бархатные. Очень классная, здоровская коллекция. Действительно, не хуже Yahoo и Friends. Класс. Ну-ка. Голова не крутится, она цельная. Ну, действительно, высший класс. Я прям очень доволен. И счастлив даже, можно сказать, что нашел ту коллекцию. Вам покажу. Потому что дракончики действительно очень классные. Даже здесь есть реснички. Смотрите, как все здорово и качественно сделано. Первая фигурка Несси у нас собрана. Это очень классно. Сафирос. И давайте ее рассмотрим. Давим нашу здоровскую фигурку первую в нашу коллекцию. Мне она очень нравится. Думаю, вам также понравилась и ее фишечку. И берем следующий пакетик. Также его открываем и смотрим. Кстати, не посмотрела, кому Несси. Сейчас посмотрим на вкладышу. По-моему, это драконы воды. Сейчас точно посмотрим. Несси, где у нас? В каком клане? Да, Несси у нас дракон воды. Вот она. В этом пакетике точно такой же вкладыш. Ничего здесь нового нету. Откладываем его. И давайте доставать фишку у самого дракона. Вот такая новая фишка, значит, должен дракончик быть другой. Давайте посмотрим, кто нам попался. Хаби. Класс, Хаби нам попался. Ну-ка, точно Хаби. Тут, кстати, здорово, на фишках написано на английском, а вот здесь написано на русском, Ксаби. Его не Хаби, а Ксаби зовут. Вот оно. Так. Давайте, кстати, посмотрим. Несси у нас Несси. Да, Несси, Несси. Так, откладываем вкладыш и достаем саму Несси. Ух ты, ребята, смотрите, какая прелестная, замечательная фигурка. Крылья просто высший класс. Ух ты, прям смотрите, крылышки как листики, рожки зеленые. В общем, нет слов, игрушка очень классная. У нее так даже двигаются ручки здесь. Бархатная, приятная, прям, ну не знаю, что вам сказать. Я вам всем советую, если увидите эти пакетики, хотя бы одну себе купите, потому что действительно класс. Если вы любите фигурки, и тем более такие милые дракончики, вам понравятся. Пузико, кстати, из пластмассы, или не, из резины. В общем, постарались производители, действительно заслуживают
обзора, потому что действительно очень классная коллекция. А мы рассматриваем следующую фигурку. Замечательный дракончик Саби из Драконов Земли занимает место в нашей коллекции. Так, мы убираем пакетик лишний, чтобы он нам не мешался. Так, берем его сюда вот. Открываем следующий пакетик. Так, где у нас насечка? Давайте разглядывать, кто здесь. Так, это, по-моему, опять нам дракончик воды, хотя нет, они синие, там еще одни есть. Вкладыш точно такой же. Да, это дракон воды нам попался, зовут ее Нинасу. Нинасу ее зовут, и она у нас миленько спит. Так, давайте положим фишечку вот сюда вот, здесь она у нас будет стоять. И посмотрите, как она мило спит, крылышки сложены, рожки классные. Вообще, смотрите, какой у нее красивый хвостик сложенный. Даже брюшко, смотрите, вот сделали. Вот смотрите, фигурка с другой стороны, но брюшко все равно сделано. Это говорит о том, что действительно старались. И смотрите, какие красивые ресницы, рожки. Детализация отличнейшая. Все бархатное, мягкое. А самое главное, что они классные и милые. Очень здорово. Давайте рассматривать. Еще один дракон воды занимает место в нашей коллекции. Прелестная Нинасу. Пусть спит, не будем ей мешать. А у нас вместе с вами есть еще один пакетик этих замечательных дракончиков. Я очень расстроен, потому что их было очень мало. Но драконы действительно классные. И я бы купил бы их еще бы побольше, с удовольствием показал бы вам. Так, вкладыш точно такой же, не будем его смотреть. Осмотрим карточку. И нам попался такой же дракончик, Нинасу ее зовут. Ну ничего страшного, много спящих дракончиков не бывает. И ставим ее к нам повторным в коллекцию. В итоге из 4 пакетиков нам удалось собрать 3 разных дракончика. Я считаю, это очень классно, потому что дракончики действительно классные. Возможно, будут еще выпуски, если я их найду по этим дракончикам, потому что они мне понравились. А вы были на канале Супер Игрушки. Обязательно подписывайтесь, зовите друзей и ставьте пальцы вверх. Поддержите канал, а мы увидимся в следующем обзоре. Всем пока, goodbye, my friends!